Всем приветики. Есть у меня такие вещи, которые я хотел бы заменить. Например, клавиатура, она уже вся старенькая, истертая. Где-то вон кнопки выцарапанные. Это ножка, которая с этой стороны сломана. Наушники я бы заменил. Так что здесь уже вон провод виден, я его подклеивал. Здесь сломалось, я тоже подклеивал. Уже облезли амбушюры, вдавили себе вату, туда подлаживал. Здесь оборвалось, я подклеил. Провод вот этот уже тоже старенький. Через него бывает, файлы плохо передает некоторые кабеля. И вот суть в чем. Я бы все это заменил. То есть купил бы новую клаву, купил бы новые наушники. Но дело в том, что пока что работают и наушники, и клавиатура. И типа, пока работает, так пускай типа работает. Просто дело в том, что если я куплю себе новую клавиатуру и новые наушники, а куда девать эти? Выкинуть наушники или клавиатуру? Да как-то жалко, потому что они же еще работают. Зачем их выкидывать, если они еще работают? Поэтому, ну, я как бы пользуюсь, пока они совсем не доломаются, когда сломаются, ну, тогда уже, да, ничего не поделаешь, они уже сломались, надо покупать новое. Но я бы мог бы их отдать кому-то, например. Наушники, клавиатуру, там, кабель этот розовенький, стяжки югриновские, которые они присылают, мне не надо. Кстати, они в последнее время уже не присылают стяжки, и продукт делают некачественно. Я бы все это заменил, коврик бы новый купил, типа этот кому-то отдал. Ну, просто, если так, например, выставить кому-то, ну, типа, куда-то, что дам ломаные наушники, вряд ли кому-то они будут нужны. Хотя я не пробовал, может, кто-то бы забрал. Ну, типа, бесплатно. Или кому-то из смотрящих мог бы отдать. Но тогда вопрос, как я отдам? Если по почте отправлять можно, как бы, но это надо, чтобы тогда и я указал свои полные данные, и человек указал свои полные данные. Ну, то есть, вообще полный адрес, где конкретный. А не хотелось бы, например, указывать свой адрес. А если при личной встрече, так лол, все живут в разных странах, типа, это тоже не вариант. Короче, не знаю, сложно как-то все. На самом деле, я бы вот просто выкидывать жалко. А так я мог бы отдать кому-то это все, ну, ты же вроде не выкидываешь, вроде кто-то будет пользоваться. Уже вроде как не жалко, а себе бы новое купил. Вот, такие вот делишки. Ну, а на этом все. Всем покедово.